Сегодня мы с вами наглядно обсудим, как приготовить дируны картофельные вкусно и без лишних забот. Как вы понимаете, это те же драники, просто под другим названием. Готовятся же они почти одинаково. Что может быть легче в приготовлении, чем такое блюдо, как дируны? Жарить картошку тоже вовсе неплохо, но ведь хочется иногда разнообразить меню, тем более, если продукты одни и те же. Кстати, такие вот дируны вполне могут заменить котлеты, и хотя в них нет мяса, они вполне сойдут за основное блюдо. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Чистим картофель, трем его на крупной терке. Можете воспользоваться кухонным комбайном, выставив режим крупной терки, разбиваем пару яиц в картофельную массу. Затем режем репчатый лук кубиками. Если вы все же пользуетесь механическим прибором, то смело отправляйте туда и лук, после чего насыпаем горсть муки, солим, перчим по вкусу, все тщательно перемешиваем. Нагреваем сковородку, наливаем в нее подсолнечного рафинированного масла, выкладываем картофельные котлетки-оладушки, масло не жалейте, иначе дируны могут подгореть или пересохнуть. Как вы понимаете, воду лучше не доливать, чтобы ничего не распалось. Обжариваем дируны с обеих сторон до золотистой корочки. Когда дируны прожарятся, положите их на салфетку, чтобы стек лишний жир. Подавать лучше в горячем виде и со сметаной. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты. Картофель 1 кг, мука 100 грамм, лук репчатый 1 штука, масло растительное 70 грамм, сметана по вкусу, яйца 2 штуки, соль, перец, специи по вкусу, количество порций 6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите на канал снова, котятки.